в этом мире человек, который может быть одновременно и счастливым, и несчастным, то это, конечно, коллекционер. Но мало этого, коллекционеры несут на себе некий определенный исторический заряд. Это люди, которые оставляют память потомкам о том, что было, как мы жили, как жили наши предки, как жили наши родственники. Основные коллекции в музеях тоже складывались благодаря частным коллекциям. Я собирал фарфор, я собирал агитлак, плакаты, живопись, ковры, мебель, открытки, фотографии. Однако для меня, может быть, это самое главное, что есть в моей жизни. Агитлак – неповторимый и совершенно неизвестный пласт нашей культуры. В любой коллекции икон, будь то частная или музейная, обязательно присутствует дивный набор икон из маленькой российской деревни Палех. Издавна деревня Палех каким-то образом стала лидером в плане написания икон в жанре миниатюр. Миниатюра пришла к нам очень сложным путем. Она родилась где-то на Дальнем Востоке, потом каким-то образом пересекла границы и попала в Германию, а потом уже вместе с Екатериной II пришла к нам. А в конце 19 века появились люди, которые хотели украшать свой интерьер не только серебром, которое было модно, но также и какими-то коробочками. И тут, естественно, возникли мануфактуры, назовите их производствами, назовите как хотите, которые и начали делать такие коробочки на утеху молодому российскому купечеству. Дивные маленькие миниатюры, которые тоже делали те же мастера Палеха. Однако все развивается, и история нашей страны тоже. Наступил 1917 год. И маленькая деревня Палех тоже попала под молот и серп революционных стихий. Вся деревня 200 лет до этого жила только по принципу писать дивные иконы и потом продавать их, потому что на эти иконы был большой спрос. Но неожиданно с приходом революции спрос на иконы закончился. Однако в начале 1924 года в деревню попадает некий комиссар. Утром он проснулся от того, что на него смотрели какие-то бородатые люди с предложением написать его портрет. «А, собственно, вы кто?» – спросил комиссар. Они сказали: «Мы богомазы, только продать больше ничего не можем». Комиссар заинтересовался, посмотрел на их творчество и вдруг совершенно неожиданно сказал: «А, товарищи, бывшие богомазы, цены вам нету. Только сейчас все будет по-другому. Я вернусь в Москву, и вы будете снова работать». «А что писать-то?» – спросили бывшие богомазы. «Очень просто», – ответил комиссар. «Вы как писали иконы, так и будете. Только теперь вы будете писать красные иконы». А два вопроса. Первый – а какие каноны? И второй – а кто будет покупать? Комиссар на первый вопрос ответил сразу: «Свобода, революция, канонов нет. Пишите, как хотите, но главное – пишите. А насчет того, чтобы покупать, я, собственно, к вам вернусь через какое-то время, и Советская Россия будет у новых богомазов покупать все, потому что нам, нашей власти, нужна красная икона». Так и зародилась совершенно самобытная, единственная в своем роде, забытая и абсолютно потрясающая и неповторимое направление
в нашем искусстве, этот потерянный пласт нашей культуры, наконец всплыл. Вот я и попробую сегодня немножко о нем рассказать. Это была моя первая покупка, которая, собственно, и послужила в дальнейшем началом коллекции. У меня в руках совершенно неожиданно оказалась вещь, которая, в общем-то, мне напомнила икону. В то время я ничего не знал ни о красной иконе, ни об агитлаке. То, что я точно знал, это что передо мной нечто, что я никогда не видел и не мог себе даже представить. Передо мной была икона с очень распространенным русским сюжетом «Благовещение». Только персонажи на этой иконе были не те привычные, которые я видел до этого в музеях, а были несколько другие. Один из этих персонажей был красноармеец с перевязанной головой, да и одет он был как-то не так, непонятно. И сестра милосердия, которая держала в руках некое письмо. Обычный, нормальный сюжет русской иконы Благовещения. Сзади, фоном, вдруг совершенно неожиданно я увидел надпись «Лазарет» и «Красноармейский госпиталь». Сюжет меня поразил. Я не понимал, что я держу в руках. Икона, насмешка, карикатура. Что это, подумал я, и с большим удовольствием упаковал эту коробочку себе в чемодан и вернулся в Москву. Следующим предметом, который я купил, была абсолютно дивная вещь, редчайшая, как выяснилось потом, потому что я не знал, что я приобретаю. Я был только в самом начале огромного и очень красивого пути. Я и купил икону, о которой слышал много раз, вход в Иерусалим. Только совершенно неожиданно это оказалась демонстрация 1 мая трудящихся. Впрочем, трудящиеся были изображены точно так же, как они должны были быть изображены на иконах, сродни Босху. Это были персонажи, которые шли с теми же хоругвями, им светило то же солнце, только они шли с лозунгами, на которых было написано «Да здравствует революция», а в центре этой коробочки была красная звезда. Но мало этого, совершенно неожиданно художник ставит в центр звезды солнце на черном фоне, вообще выдаваясь абсолютно, выскакивая за нормы канонической иконописи 18-19 века. А потом еще туда же ставит что-то такое символичное к ар-деко, он ставит еще серп и молот. Получился потрясающий шедевр. Коробка, которая открывалась так, оставляя нашему вниманию золотое солнце. Я вертел ее в руках, и спекулянт на Арбате в надежде на то, что он получит свои 50 долларов, расхваливал ее как чайницу, в которую можно насыпать чай и благополучно поставить в виде анекдота у меня на кухне. Я приобрел эту вещь и начал изучать искусство Палеха. К своему удивлению, я обнаружил, что 70% из того, что палешане делали между 24 и 37 годом, из России исчезло. Оно исчезало как бы волнами. Ну, во-первых, когда творчество агитлака стало модным, продукция деревни Палех вдруг совершенно неожиданно приобрела оттенок экспортной продукции наравне с матрешками, мехами и бог знает чем еще, что молодая Советская Россия продавала на Запад. Однако продукции вот именно новых богомазов
стоило гордиться. Дело в том, что всему миру можно было доказать, что это простые люди и простые крестьяне, которые переродились и из богомазов теперь делают дивные шедевры, но связанные с советской действительностью. В России творчество Палиха 24-37 года было в загоне. Наняв орду спекулянтов, я начал скупать вещи на Западе. И вдруг, совершенно неожиданно, они стали снова попадать в Россию и приобретать здесь совершенно другой оттенок. 80 лет спустя они выглядели абсолютно по-другому. В практически первой партии вещей, которые я получил из Запада, я совершенно неожиданно натолкнулся на вот эту шкатулку. Меня опять удивила надпись. Вокруг этой шкатулки еще старой вязью дореволюционной было написано «Советские», обратите внимание, через букву «С». «Пчелы коммуны трудовой». Я не совсем понял, почему это пчелы и почему это немножко фривольно одетые девушки куда-то идут с флагами. Шкатулка датировалась 25-м годом, и меня очень заинтересовала ее история. Лингвисты подсказали мне удивительную вещь. Оказывается, на жаргоне того времени пчелы были совершенно не труженицы. Это были гулящие женщины, которые, согласно доктрине молодого советского государства, были близки советской власти. Вот пример перед вами мечты простого деревенского художника, который, в общем-то, и в городе практически никогда не был, а только черпал информацию из газет и журналов, которые время от времени в деревню Палих попадали. Вот каким образом в 26-м году палихский художник видит детский советский сад. Обратите внимание, что на этой коробке дети, одетые как абсолютно барские дореволюционные дети. У них кружевные воротники, жабо, у них их игры, игрушки, в которые они играют, это те же самые игрушки, которые существовали до революции. А что же изменилось? А изменилось очень просто. Появились два портрета на стене. Это портрет Маркса и Энгельса. Образцовый детский сад, в котором как-то неожиданно появились дети дворян. Как будто ничего не случилось, потому что действительно в деревню Палих неожиданно пришло счастье. Их предметы, их искусство снова покупали, только теперь покупала советская власть. Еще один шедевр вашему вниманию представляется этим блюдом, на котором сверху написано «Ученичество на местах. Будущее успеха в пятилетке». Ну, если вы видите, здесь изображена целая картина, которая представляет из себя рабочих и, может быть, даже интеллигенцию, которая что-то изучает, читает газеты, играет в нарды и шашки, в общем, отдыхает, а заодно и просвещает себя. Однако обратите внимание на другую деталь. Художник пишет на этом панно все-таки две иконы. Одна – это Ленин, портрет Ленина, а другая – Троцкий. И для усиления понимания своего палихского деревенского социалистического строя, вот для понимания этого, он вешает, конечно, между ними лампады. Вместе с тем, утилитарность все-таки продолжает
иметь спрос для полишан, собственно, к их радости, потому что они работают без остановки, создавая шедевр за шедевром. Ну, например, перед вами дивная лампа, которая когда-то была обыкновенной керосинкой и вдруг в руках становится совершенно прекрасным декоративным предметом, шедевром, которому, на мой взгляд, нету цены. Надпись «10 лет РКК», то есть нашей Красной Армии, говорит точно, дает нам дату написания этого сюжета. А сам сюжет представляет из себя смычку, но на этот раз армии, потому что здесь вы видите военного и рабочего, который и является на самом деле основой армии. Наверное, 30-е годы все-таки это расцвет полишан, хотя закат уже близок. Они создают шедевр за шедевром. И еще один, тот, который на самом деле вошел в историю, вы сейчас увидите, редчайшая вещь. Это панно, которое называется «Суд пионеров над Бабой-Ягой». Он сделан в 1934 году, автор начал писать его в 1933, но на самом деле он все предвидел. Кстати, он и предвидел, что будет с ним через несколько лет. Вот это панно. Обратите внимание на сюжетный разворот этой вещи. Перед вами тройка судей, где существует, естественно, и секретарь суда, и судебные заседатели. Мало этого, здесь есть государственный обвинитель. Их, этих несчастных подсудимых, стережет вертухай. А кого же судят пионеры? Пионеры судят, естественно, Бабу-Ягу, вот эта хорошенькая девушка, это Баба-Яга со своей метелкой, здесь Водяной и, соответственно, Грааль. Все эти чаша, включая чашу Грааль, конечно, все эти вещи мешают проживанию, доброму проживанию советской детворы, о чем, собственно, и написано здесь на стягах. Ну, надо сказать, что художник был талантлив и, надо сказать, и хорошо скопировал все, что будет происходить в нашей стране в действительности, потому что в этом углу вы видите детвору, которая показывает нос подсудимым, всячески над ними издевается и требует, и вместе с ними, конечно, государственный обвинитель, прокурор, да и судьи, которые примут понятное решение, требует выселения всякой нечисти с земли проживания советских пионеров. Изысканная вещь, которая делалась кому-то в подарок. Ну, если в европейской части России по-прежнему были красные конницы, то где-то там, вдали, где жарко, там, конечно, существовали красные, только не конницы, а верблюжатницы. А все остальное было одно и то же. И вот вы здесь видите красноармейца на верблюде. Ну, естественно, он с красным флагом. Но обратите внимание, насколько красиво работают полишани. Вы видите портрет человека, которому этот портсигар дарится. На задней стороне сделан орден, который существовал и просуществовал всего несколько лет в Бухаре, соответствующая надпись. Ну и, естественно, портсигар открывается и готов к пользованию. Изысканная вещь, сделанная на серебре, дорого обошлась, наверное, людям, которые ее заказывали. Эти бывшие богомазы, начиная с 24-го года, работали. Работали и писали на благо своей, можно сказать, новой родины. Совершенно замечательные вещи. Они
действительно потеряли все каноны. Они могли писать «Черное солнце», они могли затмевать это «Черное солнце» серпом и молотом золотого цвета. Они писали житие Троцкого, они писали вход Ильича в Петроград. Они делали, что хотели, и делали это намного лучше и изысканнее тех мастеров и той школы, которая у них была до революции. Они были действительно свободны. Только спустя 17 лет, после того, как они начали работать, настал 37-й год, к которому они не были готовы. И в 1937 году мастеров больше не стало. За 17 лет закончился, может быть, один из самых потрясающих пластов нашей культуры. Когда мне это рассказали, я понял, что я стою на пороге открытия. Я не мог упустить этот момент. Которое процветает в Западной Европе, совершенно неожиданно долетает и до наших палешан. Перед вами замечательное панно 1933 года, сразу после прихода нацистов к власти, которое так и называется «Фашизм, война, СССР, оплот мира». Но что интересно в этом панно? Две составляющие. С одной стороны, фашист на белом коне находится, как вы думаете, на чем? А он стоит вместе со своим конем на самой натуральной Голгофе. Той Голгофе, которую привыкли изображать иконописцы в течение 200 лет в этой деревне. А вот в этом куске вы уже видите нагромождение всяких интересных зданий, которые выполнены абсолютно в стиле ар-деко. Тем-то и интересно это панно, где существует уникальное, абсолютно неповторимое сочетание типичного иконного образа Голгофы с модным течением ар-деко. Однако злополучная статья 1937 года «Насмешка над святым» в газете «Правде» приближается. И этот день неблагополучно, но все-таки настал. Палешанам дана установка. Больше никаких перстов, больше никаких абсолютно иконных сюжетов. Настало торжество социалистического реализма. И вот в доказательство этого идет первый заказ из самой Москвы. Перед вами рамка, заказанная лично в подарок товарищу Вышинскому, с совершенно очаровательной надписью. Выше знамя Ленина-Сталина, оно ведет нас к победе коммунизма, лучшему коллективу прокуратуры Союза СССР за отличную победу в деле соблюдения социалистической законности. 1937 год, февраль. Последние потуги палешан изобразить что-то наподобие Голгофы держатся, но это уже последний вздох, потому что дальше будет только социалистический реализм, и этот шедевр останется навсегда, может быть, одним из последних творений великих богомазов. Перед вами Орджоникидзе, именно такой, каким он должен быть. Всего лишь месяц или полтора спустя после написания вот той рамки, которую я вам показывал. И все. Наступила эра реализма. Ну, не простого, а социалистического, потому что он немножко отличается от того реализма, к которому мы привыкли. Все искусство палешан, которое было до этого под небосводом нашей страны в блеске, в открытых течениях, в открытой моде,
которое завораживало Запад, потому что Запад скупал эти вещи, оно перестало существовать в течение одного года. И на смену ему пришли довольно обыденные сюжеты. Это были портреты художников тех, которые творили в 20-х, 30-х годах, практически не стало. Но их дети должны были выживать, и они выживали, а другого сделать они ничего не могли. И они писали именно то, что требовало государство в тот момент. Ну, например, очень хорошая вещь, добротная, хорошо написанная, да и полезная. 1940 год. Финская война. Перед нами коробка с изображением двух красноармейцев и двух лошадей. Здесь надпись «Воин РКК. Принесем свободу народам Суоми». И действительно, народы Суоми, они, конечно, не свободны, поэтому советская армия и должна принести им свободу. Но коробка-то непростая. А если мы откроем коробку, мы там найдем то, что много-много лет спустя начали популяризировать американцы во время какой-то из своих войн. Так вот, наши военные слишком давно к этому делу подошли. Перед вами в этой же коробочке 56 игральных карт, или 52, я точно не знаю, не игрок, который рассказывает, как собрать и разобрать винтовку Мосина. Поэтому играешь в проферанс, в дурака или еще в какие-нибудь игры, и заодно изучаешь винтовку Мосина. Очень полезное, кстати, дело. Но если вы обратите внимание на манеру живописи, то она, конечно, изменилась в какие-то жалкие 2-3 года. И она уже совершенно другая. Когда коллекционера спрашивают, какая у него самая любимая работа, обычно ты теряешься, потому что ответить, какой у тебя любимый ребенок, практически невозможно. Я всегда считал, что любимая вещь – это та, которую ты купил последней. Вот совсем недавно, когда цены уже взлетели до потолка, когда собирать агитлак стало модно, я купил за какие-то баснословные деньги вот этот шедевр, который держу в руках. Это 24-й год, поэма блока 12. 12 апостолов, которые изображены, естественно, в стиле иконном. И, естественно, сделаны паришами. Редчайшая вещь, на которой изображены все 12 апостолов именно такими, какими в течение 200 лет их рисовали богомазы на иконе, которая и называлась «Христос и 12 апостолов». Только теперь они идут, потому что они делают революцию. Это последняя вещь, и на сегодняшний момент самая любимая. Тот стиль, тот знаменитый стиль, тот пласт нашей культуры навсегда исчез. Он никогда не появится. Да его и не было нигде, кроме нашей страны. Маленький отрезок времени, чуть-чуть меньше 17 лет. И все, он закончился. И, наверное, самое главное. Есть коллекционеры, которые собирают сердцем, а есть, которые собирают ушами. Я лично собираю сердцем. И расскажу, что это такое. Я всегда покупал, собирал, коллекционировал, менял только те вещи, которые мне нравились. Собирать ушами – тоже принцип, который имеет право на существование. Вы можете покупать только совершенно незыблемые шедевры. Пикассо, Модильяни, Петров-Воткин и кто-нибудь еще.